Всем здорово, сегодня мы сделаем коллиматор под автомат Калашникова или под что-нибудь другое. Рисуем остов нашего коллиматора два раза и вырезаем. Делаем полоску из гофрокартона и приклеиваем ее на клей-пистолет. Также нам надо еще приклеить сверху, ну и что надо сделать. Берем пластик от бутылочки из-под кваса. Из нее делаем линзу.